В Нерюнгри уничтожили 128 килограммов польских груш. Напомним, продукты этой страны запрещено вводить в Россию. В Якутии груши попали из Биробиджана. Сопроводительных документов на груз у водителей не было. Только надпись на этикетках «Импортер Белоруссия». В итоге 10 коробок с санкционными продуктами раздавили бульдозером. За 16-17 год мы взяли и уничтожили 1648 килограмм санкционной продукции растительного происхождения. Мы приезжаем на досмотр при выгрузке с автотранспорта, железнодорожного транспорта. Если выявляем санкционную продукцию, мы сверяем с перечнем стран, которые запрещены к ввозу на территории РФ.